Это Queen, величайшая. Чествование 50 величайших моментов за все существование Queen. За 5 десятилетий мы остановимся на самых ярких песнях, самых запоминающихся выступлениях и невероятных рекордных достижениях, которые Queen подарили нам с 1971 года. Отправной точкой нашего путешествия будет песня, с которой все начиналось. Keep Yourself Alive. Keep Yourself Alive – одна из первых песен, входящих в первое демо, которое группа записала в декабре 1971-го. В итоге она стала первым треком на первой стороне их первого альбома «Queen». Текст и музыку написал Брайан Мэй. Я еще не был уверен в себе как в авторе, просто была такая идея. И интересно, что текст «Keep Yourself Alive» задумывался как рассуждение с оттенком иронии. Но я быстро понял с помощью этой песни, что очень сложно быть ироничным в песнях. Люди все принимают за чистую монету. И все всегда думали, что Keep Yourself Alive — это просто веселая песня о том, как хорошо, что ты живешь, но она на самом деле больше о том, есть ли в жизни что-то важнее этого. В итоге она была выпущена в качестве первого сингла группы в июле 1973 года. Параллельно релизу управляющая компания организовала съемки промо-видео. Однако белые декорации и одежда полностью не совпадали с тем, как клип представляла себе группа. И Queen настояли на том, чтобы сняли альтернативную, так знакомую нам, версию. С первых дней Queen, когда Фредди Меркьюри впервые вышел на сцену с Брайаном и Роджером в 1970-м, Keep Yourself Alive всегда была в их списке. Ее очень любят фанаты. И так как она идеально отражает все таланты группы, легко понять, почему ее так полюбила публика, и ее всегда исполняли по мере того, как шоу Queen развивалось. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing.